Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на пятерку точилок для Swirl с AliExpress. Рейтинг лучших. Ссылки на все представленные товары будут идти в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Ну и теперь к нашей пятерке. Есть стандартные точилки, а есть точилки, специально предназначенные именно для того, чтобы точить сверла. Одна из таких точилок – точилка для Swirl, портативная, от 2 до 12,5 мм. Один комплект, в него входит два таких бочоночка, да, для того, чтобы точить. И, соответственно, сама вот эта вот установка пластиковая, в которую устанавливается сверло, и, соответственно, здесь насадка для патрона, именно вот для, допустим, там дрели, к примеру, там, да, либо же шуруповерта, вы устанавливаете, как быстро зажимной патрон зажимает, и, соответственно, здесь работает именно само точильное устройство. И таким образом вы точите свои сверла. Стоимость данного устройства 266 рублей по скидке сейчас, без скидки 360 рублей. Рейтинг очень высокий, потому что заказывали часто, стоит недорого, но в любом случае это очень удобная штука для того, чтобы наточить сверла и не доставать какие-то большие, да, точильные устройства. Маленькая, компактная, и продавец очень ответственный, покупатели рекомендуют данного продавца и данный товар к покупке. Следующая у нас вот такая электрическая точилка для сверл от 3 до 12 мм. Шлифовальный станок для спиральных сверл, 95-ваттный, высокоскоростной бытовой автоматический шлифовальный инструмент под названием ProStormer. Имеет кнопку включения-выключения, и сверху имеется несколько отверстий, да, разного диаметра, куда устанавливается, соответственно, сверло, да, любого диаметра, и нажатием кнопки включения, да, производится натачивание сверл. Здесь можно одновременно установить несколько сверл сразу и, соответственно, все наточить. Рейтинг здесь тоже высокий, выглядит очень неплохо данное устройство, довольно-таки солидно, очень стильно, удобно тем, что вы установили сверла, включили в розетку и нажали кнопку, и, соответственно, без вашего вмешательства, скажем так, да, происходит наточка предмета. Следующая у нас вот такая вот многофункциональная точилка. Она подходит для того, чтобы наточить любые предметы, то есть любые инструменты, такие как и ножи, и сверла, и отвертки можно наточить, и какие-то дополнительно, там, к примеру, там, и ножницы, то есть огромное количество бытовых предметов, которые можно наточить, которые этого требуют. Соответственно, здесь есть разъемы, да, куда вы устанавливаете, как, допустим, отвертки те же самые, да, так и сверла для того, чтобы их наточить. За счет того, что это универсальная идет точилка, стоимость ее 1191 рубль, конечно, подороже уже, чем предыдущие модели. Рейтинг неплохой, отзывов немного, да. Единственное, что пишут, если, допустим, затачивать когда сверла, то обороты плавают. И при детальном осмотре, что у кнопки защиты нестабильный контакт, да, то есть кому-то достался, допустим, какой-то брак, к примеру, да, либо же, может быть, где-то что-то не до конца закрутили, там собрали, и получился небольшой дефект. Поэтому прежде чем начинаете работать устройством, обязательно, конечно, его после покупки проверяйте. Следующая у нас вот такая вот точилка для сверл, это инструмент для удаления заусенцев. Каким образом оно работает, да, вы устанавливаете данное устройство в, допустим, шуруповерт, да, здесь быстро зажимной патрон нужно будет, и, соответственно, после этого, если у вас образовались какие-то заусенцы, вы можете данным точилом сточить и тем самым заточить любое сверло, да, для того, чтобы не было вот этих заусенцев и было проще все закручивать. Стоимость данного устройства 122 рубля, рейтинг здесь высокий, да, это высококачественная вещь на вид, в принципе, да, режет кромки, и получается очень все хорошо, то есть очень удобная, простая в использовании, и единственное, что самое главное, да, она свою задачу выполняет. Ну и последняя у нас вот такая вот тоже электрическая точилка с европейской вилкой, высокоскоростная.
Здесь также, как и у любых других моделей, да, такого плана есть несколько насадок для разного диаметра сверл от 3 до 12 мм. Здесь вы устанавливаете сверла в определенный, да, диаметр, который вам нужно будет, включаете в розетку, включаете питание и, соответственно, тем самым происходит наточка сверл. Стоимость данного устройства 2106 рублей. Рейтинг здесь тоже неплохой. Что написано, да, если, допустим, самое даже там стертое сверло какое-то, то за 15-20 секунд полностью натачивается и становится как новое, да, то есть дальше можно данным сверлом пользоваться. Протестировали в течение там недели, да, и, соответственно, отрицательных моментов не появилось у данного точильного устройства. Здесь комплектация можно приобрести еще дополнительно, да, два камня точильных таких, и тогда стоимость будет немножечко дороже. Вот такая вот пятерка у нас получилась точилок для сверл. Все представленные товары идут с AliExpress, ссылки их в описании под этим видео, переходите и заказывайте. Также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставлять комментарии, оставлять свой лайк, и всем до новых встреч, пока-пока!